שוב, שבת שלום וחג שמח לכולם. ישוע ראש שבת שלום וסולו פרזניקה всем вам. בחסד האדון לקראת סוף האספה יהיו לנו גם סופגניות. По благодати Божией, если все будет нормально, к концу собрания у нас будут также и суфганиот. וזה כמובן לכל אלו שלא שומרים על דיאטה. И понятно, что суфганиот это для всех тех, кто не соблюдает диету. Амен. Амен. בוא ניקח רגע להתפלל, ואז נפנה לדבר אדוני. Давайте сейчас помолимся и обратимся к Слову Божьему. אבינו, תודה לך. אכן שאנחנו יכולים לזכור ביום הזה שאתה אור העולם. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в этот день мы можем помнить, что Ты и никто иной есть свет этому миру. И не только Ты, Господь, есть свет миру, но Ты призвал также и нас быть светом этому миру. ואני מבקש שתברך את הדקות האלו שיש לנו עכשיו, שאנחנו באמת נשמע את הקול שלך מדבר אל חיינו. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты использовал эти минуты, Господь, чтобы говорить к нам сейчас в это время. אנחנו נותנים לך, ישוע, את כל הכבוד ואת כל התפארת. И мы тебе, Господь, воздаем всю честь и славу. אז כמו ששמענו, חג החנוכה הוא נקרא גם חג האורים. И мы знаем также, что праздник Хануки называется также праздником света. וזה בא במיוחד מתוך סיפור היסטורי שהתרחש בבית המקדש. И в особенности основы этого праздника лежат, уходят корнями в ту историю, которая произошла давно в храме. אחרי שהיוונים חיללו את בית המקדש. После того, как греки, они осквернили храм. ובחסד אלוהים, אלוהים נתן כוח למכבים לגבור עליהם. И по благодати Божьей Бог дал силы макавеям для того, чтобы победить. אבל הסיפור מספר שכאשר הם נכנסו אל בית המקדש, но история говорит о том, что когда маковеи вошли в храм, הם רצו לחדש את העבודה בתוך המקדש. Они хотели возобновить служение Богу в этом храме. ומאחד מהדברים זה היה חשוב להדליק את המנורה שהייתה בבית המקדש. И как часть этого служения, то что было важно, это вновь зажечь семисвечник, вновь зажечь минору в храме. ואת המנורה אי אפשר היה להדליק עם סתם שמן ונרות. И менора, которая стояла в храме, ее нельзя было зажечь с любым маслом или просто поставить какие-то свечи. היה הליך מיוחד שבו הכהנים היו מכינים את השמן עבור המנורה. Но для этой миноры священники, они в ходе особенного процесса приготовляли масло. ואחד מהניסים שמספרים על חג החנוכה זה שמצאו פח שמן. И одно из чудес, которое произошло тогда на тот праздник Хануки, это то, что нашли небольшой кувшин с маслом. ובאורח נס השמן שהיה אמור להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים. И чудесным образом того елея, того масла, который был в этом кувшине, и по объему, который хватало только на один день, его хватило на 8 дней. אז חג החנוכה נקרא חג האורים, חג האור. И праздник Хануки также называется праздником света в честь этого также. היום אנחנו לא ניכנס לסיפור ההיסטורי של המכבים, אבל כן נדבר על הנושא הזה של האור. И сегодня мы не слишком много будем уделять внимания исторической подоплеке и всему происходившему с маковеями, но уделим внимание тому, что такое свет и что значит быть им. אנחנו יודעים שגם מבחינה מדעית יש לאור כוח מאוד מאוד חיובי על האדם. Мы знаем, что свет имеет очень особенную силу, которую он воздействует на человека, что доказано также с научной точки зрения. הוא מעניק אנרגיות לאדם. Свет, он дает человеку энергию. הוא נותן חיים לבעלי חיים וצמחים. Свет дает жизнь животным и растениям. יש בו את הכוח לחדש ולהעניק חיים. В свете есть сила принести обновление, обновление жизни. ובעצם בלי האור לא היינו כבני אדם וגם בעלי חיים לא היינו יכולים להתקיים. И без света, по сути, ни мы, ни животные, ни растения не могли бы просто даже существовать. עכשיו, מצד שני, לחושך יש השפעות ברובו שליליות על האדם. И в то же самое время у тьмы, у темноты есть также свое влияние на человека в большинстве своем отрицательное. כשאתה נמצא בחושך, אתה כמובן לא מסוגל לראות טוב. Когда ты находишься во тьме, то ты не можешь хорошо видеть. ומה זה מעורר בתוכנו כשאתה לא רואה טוב? И когда ты не видишь ничего вокруг себя, что это пробуждает в тебе? זה מעורר את הפחד מהלא נודע.
это пробуждает страх неизведанного, невидимого. Аим хавитем афсакат хашмал бабайт шелахем? Была ли у вас когда-то перерыв с подачей электроэнергии? ולא היה לכם נרות או דברים להאיר באותו רגע? И в тот момент, допустим, у вас не было ни свечей, ничего другого, чем вы могли бы осветить дом. ופתאום אתה מוצא את עצמך הולך בזהירות. И внезапно ты вдруг начинаешь ходить по комнате очень осторожно. אתה ככה מנסה למשש, לראות שאתה לא טיפול. Пытаешься идти как бы на ощупь, чтобы не упасть. אז החשיכה יש את ה... זה מעורר את הפחד בתוכנו אל הלא נודע. И темнота, она пробуждает в нас, так или иначе, страх перед невидимым, перед неизведанным. אנחנו יודעים ששהייה מרובה בחושך גורמת בעיות נפשיות. И мы также, известно нам также, что долговременное пребывание во тьме, в физической тьме, побуждает к возникновению определенных проблем со здоровьем также. במונח הרפואי יש דבר כזה שנקרא דיכאון עונתי. И в медицине есть даже такое понятие, как сезонная депрессия. במקומות שיש הרבה חושך, כלומר גם מזג האוויר חורפי, הרבה עננים. И в тех местах, где очень много продолжается темнота, или, допустим, в зимний период, когда очень облачно и мрачно, известно с научной точки зрения, что процент депрессии, он значительно возрастает. И по некоторым исследованиям, в скандинавских странах, где зима продолжается очень долго, עצוב, מדוכאים. Очень немало людей находятся в таком печальном, скорбном, депрессивном состоянии. ואפילו גילו שיש אחוזים של ניסיונות התאבדויות הרבה יותר ממדינות שיש בהם יותר אור. И в этих странах также было выяснено, что даже процент самоубийств он намного выше, чем в странах, в которых света много. אז יש, מבחינה מדעית, אנחנו רואים שיש כוח מאוד חיובי לאור. И мы видим, в том числе и с научной точки зрения, что у света есть очень положительное влияние на жизнь человека. והחושך יש לו פגיעה מאוד ממשית באדם. В то время как тьма, темнота, она несет ущерб человеку. עכשיו נדבר קצת על איך זה מבחינה רוחנית בחיים שלנו. Но давайте посмотрим, что же мы можем знать и что мы можем видеть в отношении тьмы и света с духовной точки зрения. אם אתם יודעים שבזמנים שלנו עכשיו יש המון פרסום לסרט החדש מלחמת הכוכבים. И, возможно, вы слышали, в последнее время очень много рекламы есть, рекламирующие фильм последней серии фильма «Звездных войн». אז לכל אלו שהם לא ממש קדושים וראו את הסרטים, и те, кто недостаточно слишком так свят и видел эти фильмы, אז אתם רואים שבסרט עצמו יש את המלחמה בין החושך לאור. Можно видеть, что в самом фильме передается тема борьбы света и тьмы. יש את הג'דאיז, כן? עם החרב האור שלהם. Есть вот эти вот Jedi, то есть я не смотрел, поэтому не знаю, как их зовут. Которые с какими-то там мечами. И есть также те, которые на стороне тьмы выступают. Эмараим. То есть плохие парни. Окей. ותמיד יש שאתם אפשר לראות את הניסיון של אלה שבאור למשוך אותם לצד האפל. И даже там можно видеть постоянно эту попытку тьмы перетянуть на свою сторону тех, кто на стороне света. אז אני לא כאן לספר לכם על הסרט. И поверьте мне, я здесь не для того, чтобы пересказывать. אבל אני חושב שזו תמונה די מעניינת של אנשים שמתהלכים באור ואנשים שמתהלכים בחושך. Но в некотором смысле это очень такой яркий пример и картина людей, которые ходят во свете и во тьме. והסכנה שקיימת, גם כשאתה באור, אתה יכול איכשהו לעבור לצד החשוך. И опасность состоит в том, что даже если ты находишься во свете, ты все равно можешь, у тебя потенциально есть возможность перейти во тьму. אבל תודה לאל שיש גם את הצד השני. Но слава Богу за то, что есть и другая реальность. שאתה יכול לעבור מהחושך אל האור. Когда ты можешь из тьмы перейти во свет. Амен. Амин. מישהו עבר את זה פה? Кто-то когда-то пережил это в своей жизни, переход из тьмы во свет. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני עברתי את זה. Я не знаю, как вы, но я перешел из тьмы. אני לא נולדתי באור. Я не родился во свете. Амен. כן? אני רק אחד נולד באור. Есть только один, который родился во свете. וזה ישוע המשיח. И это Иешуа Мессия. אז
האם אנחנו חוזרים להתחלה, לספר בראשית, הפרק הראשון? Если мы с вами вернемся к началу Библии, к первой главе книги Бытия, זה מתחיל בפסוקים בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. То мы знаем, что книга начинается, первая глава начинается со слов: «В начале сотворил Господь Бог небо и землю». וזה ממשיך לומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו. И дальше написано: «И земля была безвинна, безвидна и пуста». הארץ הייתה תוהו ובוהו. Безвидна и пуста. מה זאת אומרת? Что это значит? Хосер седер мухлат. Это значит, что было полное отсутствие устроенности, порядка. Баиврит шель ямену балаган эхад гадол. На современном русском языке балаган. Амен. Кол атаирим шелану тилмеду зо мила баиврит маот хашува. То есть все, кто не знает иврит, выучите это слово балаган, очень важное слово в современном иврите. Балаган. Кен. זה אומר גם שממה וריקנות. Это значит вот эта вот пустота и безвидность. Это значит некоторая опустошенность, некоторая лишенность наполненности. אז טוב ובואו מדבר על שממה, על ריקנות. И вот эта вот безвидная и пуста говорит о некой пустоте. והסדר לא נמצא שם, בלגן אחד גדול. Пустоте, в которой нет устройства, нет порядка еще. ואז מיד אחרי הפסוק הזה, מה אלוהים אומר? И сразу после этого стиха, что говорит Господь? ויהי, да будет, что? פעם ראשונה. Впервые. שאנחנו שומעים את המילה אור. Первый раз, когда мы слышим слово свет. בתוך הריקנות. Среди этой тьмы и пустоты. בתוך הבלגן. Среди этого балагана. אלוהים אומר, ויהי אור. Бог говорит, да будет свет. עכשיו, זה לא רק שפתאום מישהו הדליק את המנורה. И вопрос не в том, что кто-то зашел и включил лампочку. Это один из способов включить свет. Если у тебя дома балаган в комнате, יש לנו חדר כזה בבית. У нас дома тоже есть одна такая комната. ואפילו אתמול אני אמרתי לאשתי, מה קורה עם החדר הזה? Я как-то сказал жене, что у нас с этой комнатой происходит? מלא ארגזים, הרבה קופסאות. Куча всяких ящиков, коробок. לא אהבתי להיכנס לחדר הזה. И даже не совсем приятно заходить туда было. ואז היא אומרת לי אתמול, אל תדאג, סידרנו את זה. И вчера мне жена говорит, не переживай, навели порядок там. אז כאשר אלוהים אומר ויהי אור. Когда Бог говорит, да будет свет. זאת אומרת שהוא בא למלא את מה שהיה ריק. Это значит, что он приходит для того, чтобы наполнить то, что некогда было пустым. הוא בא להביא סדר במקום שלא היה סדר. Он приходит для того, чтобы привнести порядок туда, где его не было. ולכן כאשר אני אומר שאף אחד מאיתנו לא נולד באור. И поэтому, когда я говорю, что никто из нас не родился во свете. החיים שלי לפני האור היו כמו חדר מבולגן לגמרי. То это значит, что моя жизнь до того, как я вышел во свет, моя жизнь была в полном балагане. היה ריק מבפנים. Она была пуста изнутри. וכאשר אלוהים בא והאיר את האור שלו בחיי, и когда Господь пришел и пролил свой свет в мою жизнь, הוא נתן משמעות לחיים. Он тем самым дал смысл жизни моей. הוא הביא סדר לחיים. Он дал порядок моей жизни. הוא נתן חיים חדשים. Он дал мне саму жизнь новую. איזה תיאור נפלא. Какое прекрасное описание. של הבריאה של אלוהים. Прекрасное описание Божьего творения. שימו לב, וזה פסוק שאני רוצה שכן יקרא. И обратите внимание на тот стих, который мы сейчас будем читать вместе. Этот стих находится во втором послании к Коринфянам, 4 главе. 4 глава 2 послания к Коринфянам. 6 стих. האלוהים, האומר יופה אור מחושך, הוא הגיע אור בליבנו, להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Мишуа Мессии. האלוהים, Бог, שבהתחלה, בספר בראשית, который изначально, еще в книге Бытия, שאמר ויהי אור, этот Бог, который сказал, да будет свет,
Он так же само пролил этот свет и в наши сердца. Он дал тем самым нам способность познать Мессию. המשיח, שהוא אור העולם. Мессию, который сам есть свет миру. התוכנית של אלוהים תמיד הייתה. Божий план для Господа всегда состоял в том, чтобы принести Его, Божий свет, в нашу жизнь. Он никогда не хотел, чтобы мы, люди, ходили во тьме. Он хотел, чтобы мы жили во свете. В ספר ישעיה, но לא נפנה לשם, בפרק סמך, פרק 60. В 60 главе книги пророка Исаии, פסוקים 1 עד 3, כתוב, קומי אורי, קיבה אורך. В 60 главе с первых стихов написано: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой». И он говорит дальше: «Ибо тьма покроет землю и мрак народы». Тьма, которую мы видим вокруг себя, духовная тьма. Это не тьма какая-то местная, поместная здесь. זה חושך שנמצא בכל העולם. Это тьма, которая, к сожалению, покрывает весь мир. לאומים שלמים. Целые народы. עמים שלמים. Целые страны. חיים תחת הצל הזה של החשיכה. Живут под тенью этой тьмы. איזה פסוק נפלא. Какой прекрасный стих. קומי, אורי. קיבה אורך. Восстань, светись, ибо пришел свет твой. האור בא אל העולם. Свет пришел в этот мир. והאור, כשהוא נמצא, как свет, когда он есть, הוא מגרש את החושך. Он прогоняет тьму. תודה לאל. Слава Богу за это. עכשיו, כיצד החושך מקבל ביטוי בעולם? И как свет он проявляется в этом мире? עכשיו, ברגע שהאדם מוציא מתוך החיים שלו את מצוות אלוהים, в то время, когда человек начинает исполнять в своей жизни Божьи заповеди, Божье слово, когда он извлекает, когда он лишает себя этого слова, извините, когда он лишает себя слова Божьего, он может вдруг обнаружить, что находится в состоянии полного смятения. И это смятение в конечном итоге, это непонимание в его жизни приведет его к тому, что он не сможет отличить добро от зла. Посмотрите, что в 5 главе говорит пророк Исаия. Пророк Исаия, 5 глава. אתם איתי או שאתם חושבים על סופגניות? Вы здесь со мной или вы уже всеми мыслями סופגניות? ישעיה 5. 5 глава пророка Исаии. פסוק 20. 20 стих. אוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. Горе тем, которые называют добром, называют злом добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. הנביא ישעיה מוכיח את עם ישראל על כך שהם היו בעצם בלבלו את כל הדברים. И пророк Исаия здесь, он обличает народ Израиля в том, что они полностью запутались, смешали левое с правым одно с другим. הדברים שאלוהים קורא להם אור, הם התחילו לקרוא לזה חושך. То, что Бог называет светом, они начали называть тьмою. הדברים שאלוהים קורא להם חושך, הם התחילו לקרוא לזה אור. То, что Бог называет тьмою, они начали называть светом. היה בלבול בתוך עם ישראל. В народе Израилем была настоящая нерастерянность, смятение. כי ברגע שאתה מוציא את מצוות אלוהים מתוך חייך, потому что в тот момент, когда ты убираешь из своей жизни стремление исполнять Слово Божье, אתה כבר לא מסוגל להבדיל מה נכון ומה לא נכון. Ты оказываешься неспособным отличить, что есть добро, что есть зло, что есть правильно, что нет. ואם אנחנו מסתכלים בעולם שלנו היום, и если мы с вами смотрим на наш мир сегодня, мы с вами можем увидеть это смятение, эту неразбериху. Сейчас, в послании римлянам написано, כתוב כאן, אנשים שהמירו את אמת אלוהים בשקר, написано в первой главе, что люди, которые заменили истину ложью, וכיבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא המבורך לעולמים, и поклонялись твари вместо Творца благословенного во веки. מה קרה? Что произошло у них? במקום שהאדם
יתחיל לעבוד את הבורא. Вместо того, чтобы человек, он поклонялся и служил Творцу, человек начинает поклоняться и служить тому, что Бог сотворил. Эдемский сад, который Бог некогда дал человеку, Бог сотворил и сам сад, и все творение для того, чтобы это творение служило человеку. Животные, растения, все, все, что было вокруг, целью всего этого было служить человеку. בני אדם מתחילים לשרת את הבריאה. И когда пришло это смятение, неразбериха, грех, то мы видим, что человек начал служить творению. אנחנו יודעים שבימינו יש המון ארגונים שהם פועלים לשמר את כדור הארץ. И мы знаем, что в наши дни также есть немало всевозможных организаций, которые работают над тем, чтобы заботиться о земле. וכן, אני מסכים, אנחנו כן צריכים לשמור, אנחנו כן צריכים לעשות את המאמץ לשמור את מה שאלוהים נתן לנו. И я согласен с тем, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы хранить Божье творение в том порядке, который Бог установил. היום יש תנועה מאוד גדולה של טבעונות וצמחונות. Сегодня очень распространено движение такого естественного питания, вегетарианства. וזה בסדר, כל אחד איכשהו מרגיש שהוא צריך לחיות, זה בסדר גמור. И если кто-то считает для себя это приемлемым, нет в этом ничего плохого в самом по себе. אבל אני חייב להגיד שהדברים האלו הפכו להיות סוג של דת. Но я хочу сказать вам, что многие из этих вещей со временем обрели статус и форму религии. ומה זה אומר שזה הופך לדת? И что это значит, что это стало религией? שאם אתה לא כמוהם, это значит, что если ты не такой, אז משהו לא בסדר איתך. Тогда с тобой что-то не в порядке. וזה הופך להיות תנועה בכל העולם. И это движение, оно стало распространенным по всему миру. הבריאה פתאום הופכת להיות דבר שמשתחווים לו. Когда творение, когда Божье творение становится предметом поклонения со стороны человека. עכשיו, קחו לדוגמה את הבריאה של אלוהים צמחים. Возьмите для примера одно из творений Божьих, и это всю растительность. יש קבוצה באוכלוסייה שלנו שמשתחווה לצמחים. У нас есть люди вокруг нас, которые живут, которые поклоняются растениям. על מה אני מדבר? О чем я говорю? Марихуана, כן? Марихуана. פעם אני זוכר מישהו שאמר, אין בעיה בזה, זו הבריאה של אלוהים. Я помню, кто-то как-то сказал, да нет ничего в этом такого, это Божье творение. Алкоголь. Алкоголь. Окей, אנשים שאלכוהוליסטים. Люди, которые алкоголисты, все это, оно является, все то, что они употребляют, является результатом того, что произведено в природе. Люди поклоняются телу своему. Еда, тело человека, все это становится предметом поклонения. Адам התחיל להשתחוות לבריאה. Человек начинает, к сожалению, поклоняться творению Божьему вместо Творца. В апреле השנה היה אירוע מאוד מאוד מפורסם במיוחד שהתפרסם בארצות הברית, אבל בעצם התפרסם בכל העולם. В апреле этого года произошло очень известное событие, которое было о котором знали по всем Соединенным Штатам и также по всему миру. על אתלט מאוד מפורסם בארצות הברית בשם ברוס ג'נר. Очень известный атлет Брюс Дженнер, который известен в Штатах и по всему миру. И вот он сделал такое заявление, что он на самом деле не мужчина, а женщина, которая заключена в мужском теле. והיה פרסום מאוד גדול, והיו ראו את התמונות שלו על כל השינויים שהוא עשה בגוף שלו. И было распространено немало фотографий, публиковалось о том, какие изменения он сделал со своим телом. ושתבינו, העולם מסתכל על הדברים האלו. И просто, чтобы вы поняли, мир смотрит на такого рода вещи. כל מה שקשור לנישואים של גאים ולסביות וכל כל הדברים האלו שמסביב לנושא הזה. В том числе также и на все вопросы, связанные с браком, лесбиянскими браками, гомосексуальными браками. ויש ניסיון לשכנע את האדם, את העולם, שזה נורמלי.
И все это, по сути, несет в себе попытку убедить весь мир в том, что это все нормально. ואני רוצה לומר לכם באופן ברור. Я хочу вам сказать очень ясно и прямо. מה שצריך להנחות אותנו. То, что должно руководить нами. זה לא מה שנאמר לנו בעולם מסביבנו. Это не то, что мы слышим вокруг себя в мире. אלא מה אלוהים אומר על הדברים האלו. Но то, что Бог говорит в отношении всего этого. אלוהים, שהוא ברא את הגבר, הוא ברא אותו להיות גבר. Бог, который сотворил мужчину, сотворил его, чтобы он был мужчиной. Когда Бог сотворил женщину, он сотворил ее, чтобы она была женщиной. Бог, он не делает ошибок. И одна из вещей интересных во всей этой движении гомосексуальном, это то, что они пытаются убедить других, что так они родились. Ничего не поделаешь, я родился такой. Но когда разговариваешь с такими людьми, то задаешься вопросом, может ли гомосексуалист обратиться на прямой путь? Они говорят, что не-не, назад это невозможно. שתבינו, но просто поймите, Elohim ברא אותנו בדיוק כמו שאנחנו אמורים להיות. Бог сотворил нас в точности такими, какими мы должны быть. ולכן כאשר אנחנו מוציאים את Elohim מהתמונה, поэтому, когда мы извлекаем Бога из общей картины своей жизни, נוצר בלבול באדם בכל תחום. Тогда в жизни человека, лишенного Бога, возникает смятение во всех сферах жизни. וכמו שאנחנו רואים, זה גם יוצר בלבול בזהות המינית שלנו. В том числе и в его половой принадлежности, в его половом самосознании. כאשר אנחנו נותנים לאור של אלוהים להאיר, когда мы позволяем же свету Божьему светить, הוא מביא את הסדר שלו לחיים שלנו. Свет Божий приносит свой порядок в нашу жизнь. שאני בו, אני יודע בדיוק מי אני. Когда я в Боге, я в точности знаю, кто я есть. ואני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות. И я знаю, что я должен делать. אבל אי אפשר להוציא את אלוהים מהתמונה. Но нельзя извлечь Бога из картины без последствий. באיגרת אל האפסים פרק 6 פסוק 12 כתוב לנו. В послании Ефесянам 6:12 написано. לא עם בשר ודם מלחמה לנו. Что наша брань она не против плоти и крови. אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה. עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. מי שעומד מאחורי החושך, тот, кто стоит за этой тьмой, אלה כוחות אפלים, стоят силы тьмы, הכוחות של השטן, силы сатаны, שרוצים להביא יותר ויותר מהחשיכה על העולם שבו אנחנו נמצאים, которые хотят принести больше и больше тьмы в этот мир, в котором мы живем. וזו מלחמה. И поймите правильно, это духовная брань. Ежедневная духовная брань, когда мы сражаемся с тьмой. И мы не должны брать в свои руки такой вымышленный меч этих джедаев. Но должны взять в свои руки меч духа. И в чем же этот меч духа? Двар Элоим. Меч духа есть Слово Божие. Они нилхам негед хошех, негед шекер им двар Элоим. Я противостою тьме и лжи со Словом Божьим. Двар Элоим нотен ли это битахон. Слово Божье дает мне уверенность. Шетамид ани осе это давар анахон. Уверенность в том, что то, что я делаю, это правильно. Зе ло маолам омер ли мисавив. Моя уверенность не базируется, не основывается на том, что говорит мир. Зе ло דברים שאני אפילו מנסה לשכנע את עצמי שהם נכונים. И я даже не пытаюсь сам себя убедить в том, что то, что я делаю, правильно. אלא דבר אדוני. Но я ищу подтверждение этого в Слове Божьем. מה לעשות? Которое говорит мне, что делать. מי אני? Кто я есть? כיצד אני צריך לחיות? Как я должен жить? זה הדבר שנותן לי ביטחון. Это то, что дает мне уверенность. בשנייה לקורינתים, פרק 4, פסוק 4. Во втором послании Коринфянам 4:4. כתוב לנו, אל העולם הזה עיוור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים. Для верующих, у которых Бог, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования в Мессии. אל העולם הזה.
для неверующих, людей в мире. И он говорит здесь также, что тот, кто действует, он, это Бог века сего, это сатана. Это он, который навлекает духовную слепоту. Духовную слепоту, которая приводит человека в состояние духовной тьмы. Когда люди не могут видеть, не могут видеть свет Мессии, у них есть духовная тьма, духовная слепота. Но слава Богу, что у нас есть тот, который победил сатану и все силы тьмы. И он есть тот, который может вывести нас из этого места тьмы, вывести нас из места тьмы и привести нас в свет. Танах наполнен пророчествами о Мессии, который должен принести свет. Мы не будем перечислять их все, но в 49 главе книги пророка Исаии написано: «И я поставил тебя светом для язычников, для того, чтобы принести спасение до краев земли». Иешуа, Мессия, Он есть свет мира. И одна из интересных и прекрасных вещей в том, что Иешуа не просто свет миру, но он говорит и нам, אתם, אור העולם, что вы должны быть светом миру. אתם צריכים לשאת את האור. Вы должны нести в себе этот свет. בכל מקום שאתם נמצאים. В любом месте, где бы вы ни были. אתם אמורים להיות אור העולם. Вы должны быть светом миру. עכשיו, אדם שיש לו אור, אפשר לראות את זה. Человек, в жизни которого есть свет, это непременно можно видеть. От этого нельзя убежать, этого нельзя не заметить. שאור אלוהים זורח על המאמין, когда свет Божий сияет на верующем, אפשר שלא לראות את זה. Нельзя не увидеть это. אם אתה הולך ככה, если ты ходишь так угрюмый, и ты находишься в такой депрессии, איזה אור? Какой ты свет? עכשיו, אני לא אומר שאין לנו רגעים לא קלים שאנחנו עוברים. И я ни в коем случае, поймите меня правильно, не говорю, что нет тяжелых и трудных моментов в нашей жизни. אבל חס ושלום, שזה הופך להיות המצב רוח היחידי שלנו. Но не дай Бог, чтобы вот это угнетенное состояние стало единственным нашим состоянием. אתם יודעים מה נפלא באור אלוהים? Вы знаете, что прекрасно в свете Божьем? שאתה לא יודע שזה עליך. Ты иногда даже не знаешь, что он на тебе пребывает. אחרים רואים את זה. Другие видят это. הם רואים это דרך שבאת מדבר. Они видят то, как ты говоришь. הדרך שבאת מתנהג. Они видят, как ты себя ведешь. הם רואים את האור הזה. Они видят в тебе этот свет. אתם יודעים, משה שהיה על ההר וירד מההר. Вы помните Моисея, который сходил на гору, а после этого спустился с неё? כתוב לנו שהעם לא יכל להסתכל עליו כי הפנים שלו קרנו מהאור. И написано, что народ не мог смотреть на него, потому что лицо его излучало свет. הוא לא ידע שהוא מאיר את האור. Но Моисей даже сам не знал, что он светит. אבל הוא היה בנוכחות של אלוהים. Но он был перед этим в присутствии Божьем. והוא חזר עם האור הזה. И он вернулся с этим светом. ואלוהים קורא לכל אחד מאיתנו. И Бог призывает каждого из нас. לקחת את האור ולהאיר אותו בעולם. Брать свет, который Бог дает нам, и нести его в мир. אין לנו מספיק זמן, אבל אני רוצה לסיים עם סיפור. И у нас, возможно, нет много времени, но я хочу завершить небольшим свидетельством. זה על מישהו מאוד קרוב לי. И свидетельством о человеке, который близок мне. הבת שלי. А дочери моей. Бат шели Лимор. А нашей дочери Лимор. И ширта бацава. Она закончила свою службу в армии. Има амина бе Иешуа. Она верующая в Иешуа. Вело тамид закал льот маамин бе мисгерет ше שהיא מאוד לא קלה. יש הרבה חושך שם. И не просто быть частью этой системы, в которой немало тьмы пребывает. וחברות שלה שהיו רגילות לעשות כל מיני דברים, היא תמיד ניסתה להתרחק מהדברים האלו. И там, находясь там, она всегда пыталась воздерживаться от того, что делали подруги ее, находящиеся вместе в одном подразделении. אז היה קצת לפעמים כואב להיות שונה מאחרות. И иногда быть отличным от других, это не всегда приятно. היו לה סטנדרטים אחרים.
у нее в жизни были другие стандарты. ואני זוכר שהיא סיפרה לי את זה, אחד הדברים שקרה זה שאחד החיילים שם, и она рассказала как-то, что один из солдатов ראה שהיא שונה מהאחרות. видел, что она отличается от других. אז הוא בא אליה, и он подошел к ней, ואמר לה, и сказал ей, תקשיבי, את שונה מאחרות, אני רוצה להכיר אותך יותר טוב. и он сказал ей, я вижу, что ты какая-то другая, давай познакомимся ближе. והיא אמרה, תקשיב, אני יהודיה משיחית, אני לא מתעסקת עם אנשים כמוך. и она сказала ему, послушай, я мессианская верующая, я не буду вступать в какие-то отношения с тобой. נראה לי שהיא אמרה את זה יותר נחמד, כן, מאשר שאני אומר. то есть она сказала это более такими вежливыми словами. אבל הוא פתאום התחיל להתעניין, הוא אומר, מה זה יהודי משיחי? и он спросил, а что такое мессианские евреи, кто это вообще такие? אז הוא הלך לאינטרנט. и он начал искать в интернете. הוא כתב יהודי משיחי. написал там, знаете, в гугле «Иудим Мешихим». הוא הגיע לאחד האתרים המשיחיים. и нашел один из веб-сайтов мессианских. והוא התחיל להתכתב עם מישהו, והוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות על האמונה. и начал переписываться там на этом сайте с кем-то, начал задавать ему вопросы. עכשיו המאמין בצד השני שעונה לו לתשובות, и тот верующий, с которым он переписывался, как бы с другой стороны экрана, זה הבן של דוד וג'וסי סילבר, סטפן. это оказался сын Давида и Джоси, это был Стефан. עכשיו הוא לא מבין את הקשר עדיין. и он, естественно, не знает всей связи того, что происходит. אז הוא החליט להזמין אותו פה לקהילה לחג השבועות, עשינו הצגה. и он пригласил этого парня прийти сюда на праздник שבועות, как раз на спектакль. אז הוא בא ופתאום הוא רואה את מה שקורה כאן בקהילה בפעם הראשונה. и этот парень из армии, он пришел сюда, увидел происходящее здесь, впервые столкнулся с чем-то подобным. קצת באלם, כן? он был немножко в шоке. פתאום אנשים מכל העולם, מהללים, שרים מגילת רות, פשוט זה היה ממש שבת עמוסה. и он видел люди со всевозможных стран, вместе читают свиток Руфи, радуются, славят Господа, то есть для него это было выше крыши. אבל משהו קרה בלב שלו. но в сердце его что-то произошло. והייתי אומר ששבועיים אחרי בערך. и около двух недель спустя, הוא הבין, он понял, что Иешуа у ора олам. он понял, что Иешуа он свет мира. И он принял Иешуа в свою жизнь как своего спасителя. Две недели тому назад он закончил свою службу в армии. и мы молимся о том, что же Господь приготовил в будущем. אבל שתבינו, הכוח של האור בחיים שלנו. но просто поймите, сила света в нашей жизни. הוא משנה את מה שקורה סביבנו. она эта сила изменяет окружающие нас обстоятельства. מתי שאנחנו כמאמינים. когда мы как верующие. כל אחד מאיתנו. каждый из нас. יאיר יותר ויותר את אור אלוהים. будем излучать больше и больше света Божьего. זה יגע בעם שלנו. это коснется нашего народа. ומי ייתן שאנחנו נראה יותר ויותר בקרב עמנו. и дай Бог, чтобы мы больше и больше видели в нашем народе, נראה את העם שלנו מגלה את אור העולם. как наш народ, он находит, наконец-то, приходит к открытию того, кто же он есть, свет мира. Иешуа המשיח. Иешуа Мессия. אז אני רוצה שנתפלל עכשיו. я хочу помолиться с вами сейчас. ושבאמת גם כל אחד מאיתנו שיסתכל פנימה. чтобы каждый из нас посмотрел внутрь, посмотрел в свое сердце. וישאל את עצמו את השאלה. и задал себе простой вопрос. האם אני מאיר את אור אלוהים דרך החיים שלי? моя жизнь несет ли она свет Божий? האם אני צריך לתקן משהו בחיים שלי? либо я должен исправить что-то в своей жизни. אבל ישוע כאן. но ישוע здесь. הוא כאן להאיר את אורו בחיים שלנו. он здесь для того, чтобы осветить наши жизни своим светом. ודרך החיים שלנו. и через нашу жизнь, через наши жизни принести этот свет и другим. בוא נתפלל. давайте помолимся. аллилуйя. Аллилуйя. אבינו שבשמיים, אנחנו אכן מודים לך. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. שאתה אלוהים שאמרת, ויהי אור. За то, что Ты Бог, который сказал, да будет свет. אתה הארת את אורך בליבנו, בחיינו. Ты осветил свой свет в наших сердцах, в наших жизнях. ותודה לך שבזכות ישוע המשיח בנך. И спасибо Тебе, Господь, за то, что благодаря свету Иешуа Мессии לקחת אותנו ממלכות החושך.
Ты вывел нас из царства тьмы. והעברת אותנו אל מלכות האור. И ввел нас в свет свой. אדוני, אני מתפלל עבור אנשים שכאן, שאולי לא חוו את האור הזה בחייהם. Я молю Господь тебя за каждого человека, который находится здесь и, возможно, не испытал этот свет в своей жизни. אני מבקש ממך שבשבת הזו. Я прошу тебя, Господь, чтобы в этот шаббат, чтобы ты осветил светом своим их жизни. Я молюсь, Господь, за каждого из нас, тех, кто верит, чтобы ты дал нам силу, чтобы ты дал нам силу светить светом твоим больше и больше. В каждом месте, где бы мы ни находились, будь то в армии или на учебе, שלנו, в наших, среди наших соседей, שלנו, либо на рабочих местах, пусть свет твой светит больше и больше через наши жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благ и вовек милостив. Тебе, Иешуа, мы воздаем всю славу и все величие. Аминь.